Удалось что-то найти. И что? Там написано, куда он мог сбежать. Убежище в Данстаре? Зачем? Ладно, неважно. Тебе пора идти. Живо. Каждая минута на счету, так что возьми моего коня. Его зовут Тенегриф. Найдешь его снаружи у пруда. Скажу лишь, что он... один из нас. Найди Арнбьорна. Убедись, что он в порядке. А потом отправь этого шута в пустоту. И поруби его на много кусочков за меня. Ну, оно жутко древнее. Кажется, даже одно из первых в Скайриме. Братство его не использовало почти сотню лет. Если Цицерон пошел туда, значит, он хорошо знает это место. Тебе придется биться с ним на его территории. Береги себя. Да вроде нет. По крайней мере, я об этом не знаю. Ну, честно говоря, в последнее время я не скрывала раздражения от всей этой ситуации. Подчиняться матери ночи, сделать тебя слышащим. Просто смешно. Без обид. Цицерон, похоже, подслушал, как я говорила с другими о матери ночи. Возможно, я не проявила достаточно уважения. Но так далеко зайти, попытаться убить главу убежища, Цицерон поплатится за это жизнью, и никак иначе. Шут гороховый. Наверное, та самая чудесная римская капелла, про которую все только и твердят. Когда ребенок родится, переберемся в Хаммерфилд? Хаммерфилд? Я не против. Зачем? Страшно мне растить ребенка посреди этой вашей войны. Нашей войны? Это не моя война, Сирен. Война твоего народа? Нордов? Какая жизнь ждет нашего малыша, если мы останемся здесь? Ну, мне нужно об этом подумать. Против сил. С какой стати я должен скрываться? Это наследие моей семьи. Оно в прошлом. Мертвые клятвы на губах мертвецов. Пусть прошлое и останется там. Музей открывается, Модена. Можно было догадаться, что Астрид пришлет тебя. Правда, что ли? Что ж, маленький шут умеет ножиком махать. Ничего не скажешь. Но не волнуйся, я тоже не промах. Вон туда, в эту дверь. Там, похоже, какое-то старое убежище. Я бы пошел за ним, но я не знаю пароля. Ладно, я тебе верю. Да и вряд ли от меня было бы много проку. Этот сморчок меня здорово порезал. Но я его тоже порвал.
почти наверняка пробил артерию. Не знаю, что ты там найдешь, но можешь просто идти по кровавому следу. Слышащий, это ты? О, я знал, что ты придешь. Пошлите лучших, чтобы сокрушить лучших. Астрид знала, что ее глупый волк не убьет хитрого Цицерона. Но матери нужно кое-что еще. Ты убьешь хранителя или мне убить слышащего? Вот это уже безумие! Мой дом хорошо защищен. Я всегда уделял внимание деталям, понятно? Деталям. А я убью меня.
Ты еще здесь? А, конечно, Цицерон, он уважает способности слышащего. Но ты не можешь хоть немного помедленнее? Я уже не тот, что прежде. Эх! А ты еще откуда? Вот так. Холодина. А тебе понравится. С самого начала в убежище этой части не было. Назовем это вынужденным расширением. Кто вынудил, спрашивается. О, просто зайди и увидишь. Ну ладно, Цицерон он напал на эту шлюху Астрид. Но что делать несчастному дураку, когда его мать опозорена и осмеяна? Конечно, слышащий понимает. Ты еще откуда? Может, просто забудем об этом? Вот так. Что было, то было. Что скажешь? Если тебя это утешит... Мне немного неловко из-за Лизары. Тупой ящер просто попался под руку. Но прошу тебя, скажи, что этот неуклюжий пес истек кровью. Вот и кончается спектакль. Занавес. Попался. Я сдаюсь. Предпочитаешь слушать, да? Конечно, конечно, слышащий слышит. Шутка, смешная шутка, дошла? Тогда послушай, не убивай меня. Сохрани жизнь бедному Цицерону. Я напал на шлюху Астрид. О, да, я сделаю это снова. Все ради нашей матери. Вернись к этой самозванке. Скажи, что я мертв. Скажи, что я задушен собственными кишками. Но соври, да, соври. Соври и оставь мне жизнь. Делай, что хочешь. Цицерон уже не может драться. В конце концов, Ситис рассудит нас обоих. А ты еще откуда? Иду. Матерь...
Арнбьорн в безопасности, благодарю тебя. Но что с дураком? Цицерон мертв? Великолепно. Ты просто прирожденный ассасин. Знаешь что? Можешь пока оставить себе Тенегрива. Он отличный скакун, но в последнее время совсем застоялся без дела. А теперь, когда мы прибрали бардак Цицерона, самое время вернуться к насущным делам, да? Осталось еще одно убийство, прежде чем мы ударим по императору. Тебе доводилось слышать о гурмане, читать его поваренную книгу? Она пользуется бешеной популярностью. Гурман будет готовить особый обед для императора. Ты убьешь его, выкрадешь его грамоту и сыграешь роль шеф-повара. Этой частью плана занимается Фестус. Он близок к тому, чтобы выяснить, кто такой этот гурман. Поговори с ним. Помни, когда ты убиваешь, те держим клинок. Выглядеть маленькой очень у... Никто не принимает меня всерьез. Последняя ошибка моих жертв. Да прибудет с тобой шепот Ситиса, брат. Так это правда? А, вот и ты. На место. Долго же вы там возились с Цицероном. Теперь давай перейдем к делу. Впечатляет. Астрид тебе рассказала про гурме? Полагается. Я надеюсь. Именно так. Но сперва нужно узнать, кто он. Если, конечно, гурме это он, а не она. Может и женщиной быть, мало ли. Знаешь, наверное, я все-таки в тебе ошибся. Если ты можешь заткнуться и слушать, значит, не все безнадежно. Во время своих расследований я наткнулся на это. Поваренная книга гурме. Но не просто книга. Она подписана, видишь? Это, кажется, подарок от гурме какому-то Антону Верану. Я выследил Верана. Он живет в крепости Маркарт. Тамошний повар. Думаю, да. Так что тебе нужно узнать у Верана, кто такой гурме на самом деле и где его можно найти. Да, и когда закончишь с Вераном, убей его. Концы в воду и все такое. А потом тебе нужно будет... Ты меня слушаешь? Тогда никто не встанет между охотой. Я уже говорил. Тебе нужно будет убить гурме, конечно. А еще забрать его охранную грамоту, чтобы потом занять его место. Да, и если сможешь, спрячь тело. Чем дольше его не смогут опознать, тем лучше. Теперь беги. Ну, никто не знает его в лицо. То есть никто, ну, кроме Гая Морона. А с ним уже покончено. Я знаю, что гурме обучался традиционной бретонской кухне в Хай-Роке. Там он и познакомился с Антоном Вераном. В любом случае, наш анонимный повар разделяет страсть к еде со всем Тамриэлем. И его анонимность станет погибелью императора. Называется «Необычный вкус». Издали пару лет назад. И она тут же стала сенсацией по всей империи. Рецепты практичные и притом изысканные.
Я даже готовил оттуда парочку блюд. Вот жареная баранина под ягодным соусом. Просто пальчики оближешь. Правда, от шоколадного паштета меня жуть как пронесло. Да, Гаймарон привез гурме в Скайрим пару месяцев назад по приказу своего отца, чтоб тот стал личным поваром императора. Но император отменил свой визит в последнюю минуту. Марон поступил умно и держал гурме под рукой на случай, если все изменится. Так что гурме оставался в безвестности где-то в Скайриме на неопределенный срок. Он, небось, воображает себя пленником. Но ты это поправишь. Запомни крепость Маркарт. Там ты найдешь Антона Верана, наверное, готовит там по рецептам гурме и выдает их за свои. Я служу Аст. Что ж, если этот гурман просто повар, это будет простая работа. Только давай поосторожнее, чтобы никто не поднял тревогу. До встречи, брат. В темном братстве я нашла друзей. Тебе нужно будет избавиться от тела гурмана, правильно? Я часто прячу тела в воде. В озере, в пруду, в море. Да, кутает аван смерти. Нужно что-то? Думаю, Веран тебе быстро расскажет все, что нужно. Напугай его как следует, и он запищит, как корга. В общем, если кто-то увидит, как ты нападаешь на Верана, стража в Маркарте будет в ярости. Ступай уже! А, вот и ты. Слушай, я просто хочу сказать тебе спасибо за помощь. Там, в Донстаре. Чокнутый шут наконец-то встретил сильнейшего, да? Меньше всего тебе нужна моя помощь. Слышащий или нет, но ты можешь за себя постоять. И за Астрид, за семью, и за меня. Ага, удачи. Брат. Выглядеть маленький. Да, не убивай гурме. О, я знаю, что придется, но это ужасно печально. Я обожаю его рецепты. Скоро мир станет безвкусным и грубым. Убивай хорошо и часто. Я служу Астрид и этому убежищу. Жизнь хорошая.
открою тебе страшную тайну. Мы раскрыли заговор с целью убийства императора. Да, да. В сотый раз говорю, я не бретонец. Родился в Хайроке, а потом приехал сюда. Я не из предела. Кто ты? Чего ты хочешь? Гурман? Никогда. Я не знаю, что привело тебя сюда, но ничто не заставит меня предать друга. Я унесу тайну имени Гурмана с собой в могилу. Темное братство? Эй, постой-ка минутку. Давай не будем торопиться. То есть наверняка же мой друг не захотел бы, чтобы я рисковал жизнью, верно? Слушай, его зовут Балагог Гранолоб. Он орк. Гурман — это орк. Он живет в таверне Ночные Ворота. Это все, что я знаю. Теперь отпусти меня. Хорошо? Значит, это все? Нужна комната? Или просто меду налить? А, привет, привет. Что привело тебя в Ночные Ворота? Хочешь поесть или переночевать? Про старый трактир. Всегда тут был. Мой прапрадед его построил. Потом он перешел к деду, потом к отцу, ну и ко мне. Нет, немного. Иногда путники заходят, но чаще всего сидит на весь зал один старик Фултхейм, и топит горе в вине. Ну и есть еще орк. Давно уже тут живет. Платит так, что я могу вообще закрыть таверну. А, этот-то. Зовут его Балаплоп или Малоклоп. Оркское, в общем, имя. Язык у него хорошо подвешен. Совсем не дикарь.
говорит, что писатель. Не знаю, что это за профессия такая, но денег она ему приносит много. Заплатил вперед за несколько месяцев. Он по большей части просто тут болтается. Ходит к озеру, иногда спускается в погреб за вином. Как по мне, пусть делает, что хочет. Если что нужно, кричи. Чего ты хочешь? Ну, компанию он не любит, это точно. Хочет, чтобы его оставили в покое, но нет. Нет, совсем нет. Он будто хочет поговорить. Любит людей и все такое, но не подходит. Потому что так нужно. Очень жаль его. А что, в округе есть другие таверны, где мне еще нальют выпить? Конечно, Оливей, я ничего не говорил. Прошу прощения, я вряд ли смогу вам помочь. Я здесь просто в отпуске. Ну ладно, наверное, кто-то другой в деревне сможет тебе помочь. Пожалуйста, мне как-то не по себе. Нужно что? Привет тебе, брат. Ну, вот и наше смертоносное чудо. Как там, Гурме? Так я и понял. Кажется, некий орк бесследно пропал. А это значит, что тебе удалось не только убить Гурме, но и избавиться от его тела. И грамота тоже у тебя, как я вижу. Отлично. Отлично.
А еще говорят, что повар Маркарти встретил безвременную смерть. Все исполнено точно. Я в тебе ошибся. Теперь сомнений нет. Наверное, мы все ошибались. Вот твоя награда. И еще кое-что от меня. Считай, что это я так извиняюсь. Ну, за скупость свою. Это кольцо ночного ткача. Я его носил много лет. А теперь хочу отдать тебе. Колдовать лучше будешь и от врагов прятаться. А теперь иди и поговори с Астрид. Пора. Пора начинать последний этап этой великой и славной операции.